Это гитара. Что она мне сейчас? Натолкнула на какую мысль? На мысль натолкнула. Знаете, есть закон закон гамбургера, там что-то, экономический закон гамбургера, там, который не работает вообще нифига, я его так и не понял. То есть он там говорит, что гамбургер в такой-то стране не столько не должен стоить, потому что там сколько ты можешь купить гамбургеров на зарплату. Ну, это дичь, понятно, что на зарплату работника Макдональдса в Калифорнии ты сможешь купить больше гамбургеров, чем работник вкусная точка там в Москве где-то, допустим. Ну, это дичь. Но все равно, вот закон Гибсона какой? Я в своей жизни никогда не держал в руках плохого Гибсона. Вот вообще, любой Гибсон, который я брал в руки, у меня практически всегда было одной из лучших гитар, которые у меня были. Даже вот тот вот Галимый, помните, у меня даже видео было. Вот он сделанный такой, ну, тяжелый, там еще времен того Норлина, времен. Как же он, я уже забыл, как он называется. Короче, я его вот у босса взял за $300, а в нем был PAV звукосниматель, который я продал за $400. Ну, то есть, как бы, гитара, она мне обошлась вообще как бесплатная. Там я много, это где-то в 2019, я думаю, видео делали. Забыл, Sonics, о, Sonics он назывался. Даже он так вот нормально игрался, даже там звучал, хотя был сделан из такого, ну, совсем экспериментального говная палок. Вот эта гитара, я ее взял новую. Обычно вот что-то, когда новые, допустим, эпифоны я беру в любом магазине, это такая дичь. Это торчащие лады, это звенящие лады, это не настроенные, ну, это все вот это китайское. Гибсон это всегда сделано в Америке, ну, то есть вот четко. Они почему сюда и ставят колки, там только здесь сделанные, там, потому что по американским законам ты не можешь писать Made in USA. Вы там не увидите, там продавлено оно. Вон вот тут вот продавлено Made in USA. Там чуть-чуть так уже видно. Это 95% этой гитары сделано в США. Почему Джексон сейчас больше не пишет Made in USA на своих California серия гитары? Потому что они там машинки из Германии, там и так далее, и так далее. Я играю на этой гитаре, настроилась сразу же отлично. То есть, ну вот, бомбезно она настроилась, и мне даже уже не хочется с ней особо возиться. Ее можно было бы даже ниже, но она миллиметр, то есть 88 проваливается миллиметр, и звучит, звучки здесь, они сделали специально под эту гитару, под Explorer 80-х. И до этой гитары, вы если помните, вот только недавно я делал распаковку, это SG. Я на ней только играл, то есть не хотелось откладывать в сторону вообще, вот, то есть тут, правда, чуть-чуть толще гриф, чем на этом, но вот и немножко, опять же, посадка здесь меняется, с Explorer на SG переходишь, это как вроде у тебя меняется вообще все, тут надо привыкать к этому всему, но даже вот, переходя из этой, к этой гитаре, там, 2 минуты на перестройку на этого всего дела, и играешь, и опять, и звук нравится, и нравится играбельностью гибсонов, это всегда, ну, то есть высшая их вот комплименты, которые можно говорить, это играбельность Гибсона. Такой играбельности нет у Фендеров, вот какой не бери, многие это связывают с мензурой, да, ну то есть такая даже поговорка здесь, что вот помните, ваш дедушка тогда еще говорил, что Гибсон играется лучше, чем Фендер, ну потому что мензура короче, струны более расслабленные, то есть на них нажимать легче. Но все равно, даже вот не из-за этого, вот тут это все, это гриф, это... Я вот сидел и думал, у меня Les Paul Custom 2 штуки, да, ну их можно списать на то, что это личная гитара, это Heffield, я там их выбирал, там ему техник их все переделывал, поделывал, поэтому я не буду их. Ну вот, две гитары, это Custom Shop, да, про нее бы я такое видео не сделал. Ну вот, я взял гитару, на которую я вообще не рассчитывал, что она будет чем-то вот таким, что меня подмотивирует делать даже видео насчет этого. И я вот на 100% сейчас укоренился в своем вот этом вот понимании, как я вам давно уже говорил, что те люди, которые на Гибсон гонят балбеса, это или балбесы, то есть люди, которые просто хотят на русском языке, в основном, когда это говорится, просто хотят погнать на что-то американское.
Да лучше такая китайский, японский взять там, чем, ну просто хотят, вот, как всегда, да, там, на пиндосов погнать. Или те, которые просто берут сильно дешевые гибсоны и говорят, что все, все гибсоны говно. То есть это вот как раз вот этот закон гибсона, который я придумал. То есть люди, гибсон сделал себе гитары. Это гитары для музыкантов. То есть стандартный Гибсон – это абсолютно инструменты для музыкантов любого уровня, мирового уровня. То есть возьми эту гитару, сейчас Хэтфилд придет, возьмет вот эту гитару, он пойдет и будет на ней играть так же, как он играл на 84-м и записывал там Ride the Lightning альбом и проигрывал там все концерты на Ride the Lightning и так далее. Эту гитару может взять любой человек, который играет на SG и я не знаю, Тони Айоми может пойти с ней отыграть и записать и все, что хочешь. И Ангус Янг, и все, короче. Ну, то есть это, ну, это кастом шаф, понятно. Это сделанная она по самому зубу. Но вообще Гибсон, вот стандартные серии и так далее, они сделаны вот как музыкальные инструменты топового качества. Они немного потом себе, конечно, под это самое, подпортили репутацию, я считаю, с вот этими SJG, ну, короче, там, LPJ, SJG, там, вот эти, самые-самые дешман. Тоже сделанные в Америке, но самый дешман. Вот там просто еще у них проскакивал брак. А также Гибсон, он не следил за своим качеством, как, допустим, следил Пол Рид Смит. Пол Рид Смит будет делать все, что в его силе и в его власти, чтобы не пропустить плохую гитару на рынок. У Гибсона такого особо нет. Они как делают? Они своим самым знаменитым дилером, я там часто говорил, да, вот выходит партия из 100 гитар стандартных, 100 гитар, или вот эти там, 50 из них уходит их самым именитым дилерам, там по штатам, там может два каких-то там в Европе, там и так далее, ну или по одному в каждой стране европейской. Один в Канаде, они всем им присылают лучше, потому что там репутация не только Гибсона, еще и дилера там и так далее, как Wildwood здесь, которые. Потом они просто отправляют другие магазины, там гитар-центр и так далее. И остается у них, допустим, там, которые практически можно уже штамповать B-Stack на них. Ну, там они не подходят под эту критерию. Ну, они видно, что ну, вот, не лучшие в этой всей, из этой сотни, там 20 гитар. И эти гитары отправляются уже дилерам туда попроще, то есть дилеры, которые просто их скупают. И они отправляются туда, ну, понятно, по более низкой цене. Вот такие дилеры, допустим, в странах СНГ, как там мы говорили, грубо говоря, да, они эти гитары скупают и продают их по тем же ценам, если даже не выше, по которым их продают топовые дилеры. То есть гитары, ну, другого совсем уровня, но их продают. И вот люди, которые заплатили цену за такую же гитару, которую они зовут, а может даже и больше, за которую заплатил бы, допустим, я в Wildwood, и они находят косяки какие-то в этой гитаре, они начинают, понятно, говнить Гибсон. Но я считаю, что Гибсон, вот этот вот закон, правила Гибсона, это на каком уровне Гибсона ты находишься, да, вот если ты на стандартном уровне Гибсона, то есть ты можешь себе позволить Гибсон Стендер, да, это от 2 до 3 тысяч там вариаций, короче, идут там на цвет, там на топ и так далее, ну вот, то скорее всего ты будешь иметь хороший инструмент без всяких проблем и на все случаи жизни для стадионов, для клубов, для записи везде, там, в студиях и так далее, и без всяких проблем, без всяких апгрейдов, ты просто возьмешь себе инструмент, который, ну, там выберешь, да, вот, нравится SG, нашел SG, нравится Explorer, нашел Explorer и поиграл, и все, он тебе служит. Но если ты начинаешь уже лезть туда в дешевые вот эти вот все вещи, то там могут быть проблемы. Хотя я уверен, что можно найти трибьют. У меня трибьюты были. У меня вообще гибсонов плохих не было. Вот я не могу вспомнить, чтобы я мог додолбаться до гибсона. Да, бошки отлетали. Но это особенность гибсона, которую гибсон никогда не поменяет, потому что они считают, что вот этот звук, играбельность там и так далее, именно из-за этого. Разница с эпифоном у гибсона есть. Для меня лично это разница, которую не перелететь, не перескакать, вообще ничего. Ну, то есть, я не могу эпифоны. Но только если это японский элитист или элит, я просто эпифоны вообще никак не воспринимаю. Даже вот эти новые, которые сейчас стоят $1200, я вот беру их в Musical Round, я не могу. Ну, вот вообще не могу. Во-первых, за такую цену я могу себе постараться и найти нормальный Гибсон. Нормальный именно Гибсон. То есть, Гибсон самый дешевый и самый дорогой эпифон – это не одно и то же.
как должно было бы, по идее, быть. Ну, такое вот. Просто я сейчас играю на вот этом. Я даже отложил Мика Томпсона в сторону, хотя тоже отличная гитара настроилась, отлично все играется. Взял эту гитару и просто вот не могу ее оставить. Эту я снял для видео, для этого. А вот, ну просто бомбез. А звучки здесь, никогда в жизни их не захочу поменять. Ни на EMG не нашел. Просто вот, зачем они эти звучки сделали? Я надеюсь, что они их сделают и выпустят отдельно. То есть это как бы они сделаны специально для этой серии, для этой модели. Они сделаны как бы по типу Dirty Fingers, которые делались тогда в 84-е годы. Ну, в конце Норлина они вставляли в Explorer. Если они выпустят эти звукосниматели, я хочу их все взять, может даже в какую-нибудь свой... из своих костяковых гитар всунуть, потому что, ну, прям совсем они мощные, выхлопные. Я имею в виду бриджевый, ну, за нековый, он звучит у меня как нековый. Ну, бриджевый. Передать звук гитары, как бы это не хотелось тем, кто слушает его через YouTube, там, через какие-нибудь колонки, там, такси, да, и так далее. Звук гитары это в основном для гитариста, в первую очередь для гитариста, а потом уже для слушающего эту гитару. Это так всегда было, вот, насколько он мелкие вот эти вибрации этой гитары, насколько вот звук вот именно у тебя здесь, звук гитары это не то, что у меня в наушниках, это вообще вот весь вот этот опыт игры на гитаре. Я вот настолько вдохновлен этой гитарой, что сделал вот такое видео, похвалить Gibson. Эту гитару, ну тут есть маленькие там недочетики, которые можно сказать, типа, а почему они не сделали здесь так же, как на 84-м, то есть ручки вот здесь, они сильно скучно сделаны и, ну не так, как у Hetfield'а, да, хотелось бы, чтобы вот это 0 в 0 было, как у Hetfield'а, но эти мелочи, они сразу забываются, как только берешь и начинаешь играть. Конечно, хотелось бы Эбони на ней. Но палисандры здесь тоже не такой плохой, как говорится. Но да, Эбони хотелось бы. Ну и так дальше. Так, что-то надо ее вешать, наверное, по-другому. Здесь уже начинается от висюльки здесь на ней. Лак, сразу лак вот это. Ну это гибсоновский лак. Он сразу реагирует на такие вещи, как, то есть, куда ты ее вешаешь, надо аккуратнее. Короче, такое видео, это видео, хвалебное видео Гибсону. И я это делаю не потому, что я хочу похвалить Гибсона, потому что Гибсон, мне кажется, заслужил. Вот именно на этой гитаре я в этом, ну так сказать, убедился, да, руки? Руки тоже подтверждают. Давайте, до следующего видео.